Псалом 84, начальнику хора Кореевых сынов псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед Ним и поставит на путь стопы свои».